Продолжаем наш концерт. Это эмотки. Надоело, на стене висит без дела. Хочет нас она позвать в сценку. Мама показать. Ладно, блин. Она прямо так называет. Там даже сценка будет. Сценка называется «Семья». Так, ну что, приготовились. Все приятно приготовить. И главки, там и Максимка. Так, ну что ж, приди, Максимка, ходи, пожалуйста.
я рад, когда вдвоем мы с тобой гулять идем. Или что-то мы стерим, или просто говорим. И как жаль тебе опять на работу отпускать. А кто тебя люблю? Я всегда и помогу поднести стул на кухню, донести, пыль смести со всех вещей и налить котенку щель. Я могу помыть посуду, но сегодня мыть не буду, а помочь-то я готов. Напеку-ка я блинов. Маме точно помогу. Я блины и сам люблю. Мама любит прогуливать работу, снимать шапки, бегать. Мама любит рис, конфеты и кофе.
Кира, вот видишь, ты отвлекался, а она так стихотворение чудесное рассказала про свою мамочку душевно. Так что, молодой человек, будь внимательным. Так, ну что ж, мы к другой кнопке сейчас перейдем. Так. Ага. Так, что же у нас тут такое? А у нас здесь, ребятки, оказывается, еще и гвоздь. Главный гость, как и обычный гость. Сейчас, тихонечко. Thank you.